Доброго времени суток! Сегодня одному моему другу пришел на сайт своеобразный отзыв, содержащий в себе рекламу профессионального создания сайтов. Здесь вроде бы ничего необычного, стандартный спам. Вот только содержимое оказалось не очень-то дружелюбным. Лично мне кажется, что подобный текст не вызывает желания немедленно приступить к сотрудничеству. Хотя, возможно, что кто-то просто сливает номер телефона недруга для поступления ему звонков от не очень довольных веб-мастеров. А как вам подобная реклама услуг? Заказали бы? Пишите в комментариях.